Привет, друзья! С вами канал ЧВ ТВ и я его ведущая Алина. Сегодня мы вам покажем и расскажем, как скачать с официального сайта xinput3.dll. Вот данная ошибка. Как же ее исправить? Давайте сначала покажем, где файл должен быть расположен. Переходим на диск C. Далее папка Windows. System32. В поиске прописываем название файла. На данный момент есть только файл цифра 4, а нам необходимо 3. Открываем браузер. Переходим по ссылке, которая, как всегда, в описании под видео. Официальный сайт Microsoft. Данный файл находится в библиотеке DirectX. Кликаем «Скачать». Далее «Отказаться» и «Продолжить». Сохраняем файл. Запускаем его. Принимаем лицензионное соглашение. Снимаем галочку возле панели Bing. Началась установка. Нажимаем «Далее». Пошла загрузка компонентов. Далее начнется установка компонентов. Необходимо будет подождать. Установка завершена. Кликаем «Готово». Проверяем. Открываем проводник. Далее диск C. Windows. System32. Прописываем название нашего файла в поиске. Вот и наш файл. Кому помогло наше видео, обязательно ставьте лайки и оформляйте подписку на канал. До скорых встреч!